Исчезающие контакты самолетов и ударных беспилотников, совместных РБ и не только, уже порядком надоели. Хотя разработчики сообщили нам, что исправили эту проблему и закрыли баг-репорт. Но на этом видео видно, что это совсем не так. Проблему не исправили. Справа вы можете видеть запись из самого боя, а слева запись этого же боя, но только в серверном повторе. Как вы видите на видео из боя, контакт беспилотника исчез и затем снова появился. А на серверном повторе все в порядке, контакт на месте. И такое происходит в 9 случаях из 10. А вот запись еще одного боя, в котором также контакт исчезает, а затем снова появляется.